за вашу помощь всему Петровскому району. Дай Бог вам здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Чтобы побыстрее закончилась эта вся. Спасибо. Матюкнуться можно? Хуйня вот эта вся, извиняюсь за выражение. Все, большое вам здесь. Спасибо. От чистого сердца. Спасибо большое. Вчера был обстрел. Женщина в реанимации. Мужчина, мужчина? Дома все. Дома, и да? Внучка одна, и сын ее дома. Дома, они тоже пострадали? Да, ну осколки вытащили и из больницы отпустили. Понятно. Ребят, мы сейчас привезли пленочку, привезли листы ДСП, что у нас есть, мы поделимся спасибо с людям, большое, с людям и поможем им хоть как-то прикрыть вот этот контур тепловой окна, чтобы туда не попадал ни дождь, ничего. Вот чем можем, тем и помогаем. А это только благодаря вам, спасибо, ребята. То, что вы присылаете, только благодаря вашей помощи мы можем помочь людям. Это осколками. Это вам прилетело, да? Да, ну да, мама в реанимации. А вас тоже ранило, да? Мне не ранило, но осколок вытягивали. Вытягивали? Там осколочек маленький. Маленький, да. Вот так украинская армия целенаправленно стреляет вот по инвалидам, по пожилым людям, в дома бедных жителей.